Живу я здесь 54-го года, августа месяца. Нам нарезали эти участки в августе 54-м году. Все сами своими собственными руками. День на работе, а вечер строили. Нанимали мы, каменщиков нанимали, каменщиков, щекотуров. А остальную свою работу все сами делали. И стены, и полы. И, в общем, все делали своими собственными руками. И все такие вот дома сейчас уже живут наши потомки. Дети выросли, внуки выросли, уже правнуки. У меня уже правнуку 25 лет. Мы приватизировали землю. Так что желательно, чтобы нас тут вообще до гробовой доски не трогали. Ну, такие дома, правда, ведь грех. Вот такие вот дома сносить. Когда в Барнауле столько еще бараков, столько еще пустых участков. Вся гора вон, окна на земле стоят. А такие вот дворцы сносить, это куда годится-то? Вот я хочу, чтобы мне дожить в этом доме. Нам уже 90 лет, вот с соседкой мы рядом. 90 лет нам хочется, чтобы уж не лезть в эти большие эти этажки лезть. Мы хотим здесь дожить. Пожалуйста, помогите нам отстоять наши дома. Мы строились на копейки в 49-50-е года на свои личные деньги. Проводили газ сами, проводили свет, проводили воду, проводили асфальт, все своими силами. Так что нам, конечно, не хочется отсюда, чтобы наши дети и внуки здесь тоже доживали в этих застроенных нашими силами домах. Под экскаватор лягу. Ну. Вот и Бог, вот, клянусь. Нам вот не пойду отсюда. Нам по 90 лет с ней. Вот мы вот как раз своими Новый год отметили 90-летие свое. Ну. Все своими руками. Все своими руками делали. Так что, пожалуйста, помогите нам отстоять все это. Не то, что нас, а даже весь поселок. Вот.